Ви знаєте, що за хвороба така остеохондроз? Так. Да. Що це за хвороба? Ну, захворювання чого? Суставів, хребта, там. Сустави? Ну, це мишечні спазми. А яка основна причина цієї хвороби? Не можу сказати. Ну, це і возрастне, як би, доволі обширне і популярне, так сказати, заболівання серед нашого народу. Плюс там образування у нас не приспособлене під людей, які сидять постійно не під правильним углом. Наприклад, ще є люди, які ще раніше, да, займалися спортом, вони вважають, що самі все ж зможуть, що тільки стадіон і все. І от часто із неправильних, те, що вони виконували всі завдання. І, можливо, ще неправильна осанка, неправильне сидіння. Тобто за цим всім треба слідкувати. Відсутствие движения. Тобто сидячий спосіб життя? Звісно. Нету движения крові, лімфи. Як лікувати остеохондроз? Остеохондроз? Ну, ліки є. Є і процедури. А його лікувати лише вдома чи потрібно до лікаря звертатися? Я думаю, що до лікаря. В основному врачі советують менше употребляти кофеїна і при этом займатися якби такими нагрузками слабими, типа плавання, можна ще якими-то легкими видами спорту і корсет носити. Якби вот так можна боротися. Я вважаю, що у будь-якому випадку, навіть якщо, наприклад, це навіть не остеохондроз, а якась невеличка проблема, спочатку треба йти на консультацію до лікаря. З врачом. Да. А чому так? Ну, щоб не навредити організму своєму, якби різні є степені болезні, просто є першої степені, другої, третьої. Как бы тут все зависит от человека, как бы от его желания лечиться. Если он хочет как бы поддерживать до определенного возраста свою форму, то надо с врачом как бы консультироваться, лечиться. Уже саму. Главное не запускать. Если запустил уже боль, ну тогда уже тут уже нужно комплексное решение. А самим, ну, може, десь вилікуєтесь, але я не думаю, що сильно дуже до кінця. Воно все ж таки виявляється вже, може, пізніше чи ще якось. Тому треба все одно йти до лікаря. Останнє, яку ти сказав, що варто йти до лікаря, сьогодні лікар прийшов до нас. Знаєте, дозвольте, я представлю Сергій Чернишов, дитячий нейрохірург обласної клінічної дитячої лікарні. Доброго ранку, дякую, що знайшли час, що завітали, тож говоримо про остеохондроз. Я вже казала, що ця хвороба помолодшила. Якщо раніше до віці, до 30 років ми нічого не чули, не знали, сьогодні ми вже відчуваємо, наша спина, наше тіло відчуває. Отож, перше запитання, воно буде логічне, давайте розбиратися, що таке остеохондроз, тому що бачимо, що багато хто і не знає, що це таке. Ну, исходя из названия, остеохондроз – это дегенеративно-дистрофические изменения в костной и хрящевой ткани. Ну, в быту обычно остеохондроз связывают с изменениями в позвоночнике, хотя, в принципе, это более широкое понятие. Ну, я так понимаю, сегодня мы будем обсуждать именно остеохондроз позвоночника. Значит, данное заболевание связано с возрастными изменениями, ну, практически со старением организма. То есть остеохондроз есть абсолютно у всех людей, потому что все люди, как только родились, они начали стареть. Тут хочу сказать, что мы уже народжимося, маючи собі такі цікаві слова, як остеохондроз. Остеохондроз – это плата человечества за прямохождение. Я цього не знала. Цікаво. Вот. Организм пытается бороться с данной ситуацией. Для этого существуют определенные в позвоночнике изгибы, чтобы уменьшить влияние гравитации, влияние вибрации на тела и межпозвонковые диски. Но, к сожалению, постоянные нагрузки, нарушение обмена веществ, старение вызывают изменения, необратимые, к сожалению, в телах позвоночника, в позвонках, в межпозвонковых дисках и также в окружающих тканях. Это долготрещатые суставы, связки и короткие мышцы, которые удерживают позвонки один по отношению к другому.
Ну, тобто не тільки старіння, да, цьому сприяє? Ви кажете, і обмін харчуванням, тобто в якому віці, ну, безумовно, ми не будемо робити прогнози, але все ж таки, от в якому віці вже можна очікувати? Ну, як, знаєте, очікувати? Значить, ну, я к чому все веду, да, що остеохондроз – це возрастні змінення, тому що в останнє час, особливо в Україні, наші приїжджі колеги з Запада, вони в основному роблять упор на такому заболіванні, на синдромі, як боль в спині. Да. Они не рассматривают остеохондроз как заболевание, как в свое время рассматриваем мы здесь, восточные регионы Европы. Они просто рассматривают синдром, боль в спине. То есть есть боль – лечим, нет боли – не лечим. Хотя изменения есть практически у всех. Я согласен, у кого-то они в большей степени, у кого-то в меньшей степени. Остеохондроз в последнее время действительно молодеет. Но это связано, скорее всего, мне кажется, с улучшением диагностических процессов, оборудование появилось современное. Ну, я не знаю, как в мировой литературе, но на сегодняшний день самым молодым пациентом, о котором я слышал, который был прооперирован по поводу остеохондроза позвоночника, это ребенок 12 лет. Так малый век. Это совсем, абсолютно, да, ну, это как бы рекордсмен на сегодняшний день. То есть дети 15-16 лет, с диагнозом ювенильный остеохондроз, таких достаточно много. И суть в том, насколько данная проблема мешает пацієнту жити, ну, наскільки качество життя. От я й хочу страдає. Запитати, це постійний біль чи одноразовий? От я піду на город, там викопаю картоплю, прийду, у мене буде боліти спина. Це в мене просто біль в спині, чи це, ну, як не переплутати, які його симптоми? От поэтому вспливає вот этот діагноз боль в спині. Тобто якщо, дивіться, давайте ще раз так, якщо людина здорова, вона піде, викопає картоплю, у неї болі в спині не буде. Але якщо вона має вже остеохондроз, якщо він розвивається, в неї буде боліти остеохондроз спина. Остеохондроз є, давайте ізначально. Ну, представим, так, что он есть у всех. Це так. Но проблемы остеохондроза, их существует 4 стадии. У кого-то первая стадия, и она будет длиться десятками лет. У кого-то первая стадия быстро перейдет во вторую, в третью. Ну и четвертая стадия, это уже после 60 лет, это стадия самовыздоровления, когда глубоко зашедшие изменения в позвоночнике уже стабилизируют позвоночник, и боль проходит, когда уже атрофируются нервные окончания, и человек как бы выздоравливает. Но до этого времени пройдет 40-50 лет болевого синдрома. Значит, боль в спине связана с, не только с остеохондрозом, но с проблемами в мышцах, коротких мышцах спины, проблемами в дуготрощатых суставах, то есть там уже могут развиваться явления артрита. Вот. Ну и самое, конечно, неприятное, то, что имеет показания к хирургическому лечению, это дискорадикулярные конфликты, когда есть грыжа межпозвонкового диска и стоит вопрос о хирургическом лечении, то есть удалении этой грыжи, когда диск межпозвоночный разрушается и появляется грыжа, которая давит либо на корешок, либо на спиной мозг и вызывает уже грубые неврологические симптомы, когда качество жизни резко нарушается. Данное заболевание не является смертельным, но сильно влияет на здоровье человека. Вот. И приходится тогда оперировать. Действительно, если человек подготовлен физически, то незначительная нагрузка на огороде может вызвать лишь небольшой дискомфорт в пояснице, связанный с накоплением молочной кислоты в мышцах. И спустя некоторое время боль самостоятельно пройдет. Человек, который не подготовлен физически, данная нагрузка уже вызовет более длительный синдром болевой, который может перейти в хроническую боль. Опять-таки, это тоже связано с перенагрузкой и в мышцах, и связках. Ну и крайний случай такой нагрузки, когда неудачное движение вызовет надрыв или разрыв задней продольной связки, возникает, пациенты описывают резкий прострел, резкую боль в пояснице, ну, как будто электрическим током. Это разрывается связка. И в этот разрыв может происходить выпячивание
диска, выпячивание ядра межпозвонкового диска, либо его фрагмента, и может сформироваться грыжа. И тогда боль может вызвать уже неврологические симптомы с поражением как стоп, онемение в ноге, ну і, звісно, далеко зашедший случай – це параліч. Знаєте, я вчора, готуючись нашу розмову, читала, і дуже багато от коментарів, що «А, що це остеохондроз?» Тобто я його там саме масаж маслом, все добре, біль відступає, прогріваю, олією натираюсь. Ось ваші рекомендації. Варто одразу йти до лікаря? Чи все ж таки можна спробувати ось такі народні? Або там я шиєю покрутив, і мені вже краще. От ваша думка з цього приводу? Значит, ну, если болевой синдром связан только с проблемами в мышцах, не связан ни с дуготрощатыми суставами, ни с диском, то такие рекомендации, это тепловые процедуры, противовоспалительные мази, они дадут хороший эффект. И, в принципе, консультация доктора здесь нужна только для того, чтобы исключить более серьезную патологию, патологию диска. То есть, если в течение 2-3 дней болевой синдром исчез, то каких-то мероприятий серьезных, лечебных, проводить нет необходимости. Но если болевой синдром сохраняется длительное время, конечно же, стоит вопрос о более глубоком обследовании и решении вопроса, что делать дальше. Либо менять образ жизни, либо, если это еще недалеко зашедший случай, либо уже стоит вопрос о хирургическом вмешательстве. Наостанок нашої розмови я хочу запитати, як відтягнути? Щоб, знаєте, хочеться ж не згадувати, що ж таке остеохондроз в 30-40 років, 50. Які правила? Смотрите, значить, почему вообще остеохондроз возникает? И, то есть, зная причину возникновения остеохондроза, можно, в принципе, понять, что же, собственно, делать для того, чтобы остеохондроз, ну, если он уже есть, то, по крайней мере, он не прогрессировал. Значит, причина остеохондроза в основном кроется в том, что хрящевая ткань не имеет собственного кровеносного русла. Ведь остеохондроз – это изменение в хрящах. И хрящи питаются за счет диффузии, за счет осмотического, разницы осмотического давления. То есть, если в окружающих тканях, ткань, а в основном это связки и мышцы, нормальное кровообращение, нормально мышцы получают питательных веществ и кислорода, то диффузно свою порцию получают и хрящи. Если такого не происходит, либо нарушен обмен веществ, хрящ недополучает воды, недополучает питательных веществ, он высыхает, он становится хрупким, появляются микротрещины, и он стареет, уменьшается в объеме, высыхает. Да, так. Вот говорят, что с возрастом человек становится ниже, высыхает. Это действительно так, и это за счет того, что высыхают хрящи. Тобто, що... Так вот, первое, с чего надо начинать, это обмен веществ. То есть, если нарушается обмен веществ, это в основном питание, наше питание. То есть, если человек нормально питается, не употребляет алкогольные вещества, напитки, ограничивает копчености, жирное, соленье, то есть, употребляет нормально здоровую экологическую пищу, следит за обменом веществ, то риск развития остеохондроза, то есть изменений дегенеративных дисков, конечно же, таких людей значительно меньше. Но не исключен. Не выключен, да? Потому что вторым фактором, который влияет, к сожалению, на диск, не только обмен веществ, а это травмы. Травмы, так? И падение может привести? Нет, дело не в падении. Уже то, что мы ходим, это уже есть травма. Я сразумела. Потому что мы ходим вертикально, гравитация давит, особенно на поясничный отдел позвоночника, который является один из самых уязвимых, а их всего два. Это поясничный отдел позвоночника и шейный. Шейный, потому что самый подвижный, поясничный, потому что несет на себя нагрузку всего тела. То есть это избыточный вес. Это и вибрация. К сожалению, позвоночник не любит прыжков, бега. Ну, бачите, хочемо бути спортивними, бігаємо себе, виснажуємо, а наш прибит. К сожалению, прыжки,
Позвоночник не любит сидячего образа жизни. Это водители, это бухгалтера, сейчас это айтишники. Потому что нагрузка на позвоночник, когда человек сидит, возрастает на поясничный отдел позвоночника в 10 раз по сравнению, чем он стоит или лежит. Значит, профилактикой, люди, которые, у которых сидячий образ жизни, это, ну как раньше было, каждый час делать микропроизводственную зарядку, вставать, разминать поясницу. Просто должна быть ортопедическая обязательно, ортопедические кресла. Ортопедическим креслом является любое кресло, которое имеется реклинатор в области поясницы. Да. Это касается и водителей. Сейчас по всем автомагазинам продаются эти реклинаторы. Значит, маємо ще 30 секунд з вами, дуже швидко плине час, так? Давайте. Значит, і упражнення, но упражнення, які направлені на укріплення мишць поясниці, не повинні бути фанатично тяжелими. Тобто професіональний спорт вредить позвоночнику. Легкі упражнення, направлені на укріплення мишць, вони допомагають здержувати даний процес. Процес старіння. Так хочеться його затримати. Слухайте, я вас послухала зараз і розумію, що остеохондроз є і в мене теж інколи сидяча робота, але бережіть себе, дотримуйтесь правил харчування, робіть фізичні вправи, дослухайтесь до рекомендацій. Нагадаю, що в нашій ранковій студії був Сергій Чернишов, дитячий нейрохірург обласної клінічно-дитячої лікарні. Дякую вам. От ви дійсно розставили дуже багато питань, які я хотіла почути відповідь.